Открытый турнир городского округа Щелково по художественной гимнастике «Цветы жизни» прошел в универсальном спорткомплексе «Подмосковье». В этом году юные гимнастки из Москвы и многих городов Московской области съезжаются уже в 10-й раз. Свои выступления они посвятили Дню защиты детей. Участвуют дети, начиная с 2017 года рождения, заканчивая 2005-2004 годом рождения. Дети приезжают в города Химки, Зеленоград, Москва, Фрязино, Ивантеевка, Мытищи, то есть близлежащие все города Подмосковья, они приезжают к нам в эти великолепные стены УСК Подмосковья. Пластика, играция, синхронные движения, артистизм и техника работы с предметом – это главные критерии, по которым выставляются оценки. В Щелково приехали более 300 гимнасток. Среди участниц – девочки, которые добились высоких результатов в этом красивом и сложном виде спорта. Анна Алексеева в 12 лет – кандидат в мастера спорта. Я маленькая решила просто походить с мамой на работу. Мама у меня тренер, и мне очень понравилось, и я вот продолжаю заниматься. Художественная гимнастика – не только престижный вид спорта, но и очень красивое зрелище. Юные спортсменки добиваются высоких результатов под руководством опытных тренеров и при поддержке родителей. Перечислять можно вообще десятками качества, которые приобретает девочка, занимаясь гимнастикой. Мало того, что это красота, ум, это развитие, вообще колоссальное развитие ребенка происходит умственное, физическое. Это бесценный вид спорта. На турнире победителей наградили кубками и медалями. Одновременно состоялась торжественная церемония вручения документов о присвоении званий кандидатов в мастера спорта. Михаил Налетов, Андрей Цханович, Сергей Василевский. Щелковское телевидение.